из негативных моментов у людей с этим именем можно назвать эгоизм, цинизм и высокомерие. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. В этом имени звук В не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Если обстоятельства жизни не позволяют им немедленно отправиться в путь, будьте уверены, это временное явление. При первой же возможности они поднимут паруса и отправятся в приключения. Не очень заинтересованы в деньгах, поэтому никогда не примут решение для получения материальной выгоды. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Предупреждение владельцу с буквы L не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Звук V в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Иногда буква I в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Звук К в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Бывает, что обладатели буквы В в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.